самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. В прошлом году в казахстанских клиниках пролечились свыше 2000 иностранцев. В основном медицинских туристов в нашей стране интересуют услуги кардио- и нейрохирургов, репродуктологов, стоматологов и ортопедов. Не менее востребованы пересадка органов и оздоровительные процедуры. Буквально на днях 30-летнего сына Шаргуль Бердимуратовой прооперировали казахстанские нейрохирурги. Опухоль спинного мозга. Такой диагноз поставили врачи. Мужчину срочно госпитализировали. Несмотря на то, что семья Шаргуль Бердимуратовой из Узбекистана, они без долгих раздумий обратились к медикам столичного центра нейрохирургии. И не зря операция прошла успешно. Национальную нейрохирургию все время слышали, об этом говорили. Оказывается, на самом деле нейрохирурги очень опытные, очень добрые, отзывчивые все медики. Мы очень благодарны и довольны всем. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 7 клиник, аккредитованных по международному стандарту GCI. Его наличие расценивается как залог доверия туристов, выезжающих за пределы своей страны в поисках медицинских услуг высокого качества. К слову, один из обладателей такого сертификата – Национальный центр нейрохирургии. Ежегодно в его стенах лечение проходит около 30 иностранных пациентов. В соотношении качества и цены такого лечения она становится доступна для многих пациентов, в том числе и в дальнем зарубежье, которые желают вот воспользоваться такой возможностью, приехать в Казахстан и получить такую помощь нейрохирургическую. Это центр томотерапии. Таких по миру всего 5, в том числе в США и Европе. А недавно один из них открылся в нашей столице. Здесь больных онкологией лечат по новому способу, который впервые стали успешно применять в Америке 9 лет назад. Томотерапию уже прозвали революционной инновацией в области лечения онкологических заболеваний. Благодаря точному и безопасному облучению раковые опухоли исчезают без побочных эффектов, не задевая здоровые ткани. Причем на ранних стадиях побороть болезнь возможно навсегда, говорят врачи. За такими лечебными процедурами в Астанинский центр томотерапии обращаются не только местные, но и зарубежные пациенты. На сегодняшний день у нас это пациенты России, это пациенты из Литвы были и планируются пациенты из Китая. Учитывая, что томотерапия – это золотой стандарт лечения рака на сегодняшний день, люди это видят, они находят центры, они списываются с нами, отправляют свою документацию. Мы ее рассматриваем, и если у нас все нормально, то есть пациент подходит по своим клиническим данным, то мы можем его взять на лечение. Для сложных операций на сердце иностранцы выбирают кардиохирургический центр. Их привлекает не только опыт, но и то, что казахстанские врачи применяют малотравматичные для пациентов методы, что помогает быстрее реабилитироваться после операции. В прошлом году в столичный центр обратились больше 100 медицинских туристов. Среди них граждане Узбекистана, России, Венгрии, Турции, Таджикистана, Азербайджана и Грузии. Ежегодно Казахстан в качестве медицинских туристов посещают пациенты из 45 стран мира, большая часть из СНГ. В меньшинстве иностранцы из США, Германии и Нигерии. Сабина Балашкина, Марат Дихамбаев, Ермек Кеншимбек, Хабар 24, Астана. Качественная трансплантация органов привлекает туристов в Шымкент. Только в прошлом году хирурги городской клинической больницы номер 1 прооперировали 17 иностранцев. Среди них граждане Германии, Канады, Израиля и Румынии. Всего же здесь провели 149 операций по пересадке почек и 19 по пересадке печени. Все они прошли успешно. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо. Сами врачи говорят, что таких успехов удалось добиться благодаря государственным программам, направленным на улучшение качества медицинских услуг. Ежедневно в Шымкентскую больницу обращаются до 250 человек, 70% из которых направляют на стационарное лечение. Иностранцы приезжают к нам со своими донорами. У нас не было случаев, чтобы донором выступил казахстанец. Наша цель – развивать медицинский туризм. Кроме услуг по трансплантации органов, мы проводим и обследование зарубежных граждан. В Казахстане проблему бесплодия начали активно обсуждать с конца 90-х годов. В 2010-м государством были выделены первые 100 квот. Тогда ЭКО на бесплатной основе выполняли в двух государственных клиниках. Через год ситуация кардинально изменилась. Квот стало в 6 раз больше.
На сегодняшний день из государственного бюджета выделяется 900 квот в год для лечения бесплодия. Процедуру на бесплатной основе проводят в 5 клиниках по всей стране. За 8 лет благодаря государственной поддержке 6 тысяч пациентов прошли ЭКО. На свет появилось более 2 тысяч детей, но это лишь 10-12% от потребности, которая существует. При этом стоимость программы – это около 1 миллиона тенге, не всем под силу. По данным Европейской ассоциации репродукции человека, необходимо выделять примерно от 1000 до 1500 программ делать на 1 миллион населения. Это означает, что в Казахстане мы должны выполнять где-то 20-22 тысячи программ. Да, мы сегодня делаем 8, а государство участвует только в 900. Я сегодня считаю, что как минимум в 3, а лучше в 5 раз это число увеличить. Надо сказать, что уровень развития вспомогательных репродуктивных технологий в Казахстане ничем не отличается от развития этой отрасли в самых передовых странах Европы, США, Юго-Восточной Азии. Более того, за последние 22 года в нашу страну на лечение бесплодия приезжали пациенты из 51 страны, включая США, Австралию, Сингапур и Малайзию. Самое большое количество пар, которые мы получаем, это, конечно, соседних государств. Это с России. Очень много у нас едут с Кыргызстана, очень много пар едут с Узбекистана. Но это связано с тем, что, к сожалению, в соседних странах, кроме России, по определенным причинам, это или же причины финансового характера, или же причины законодательного характера, пока программа ЭКО так широко не развита. В Казахстане наряду с передовыми технологиями и специалистами существует много преимуществ, которые делают нашу страну доступной для медицинского туризма в области ЭКО. Это и привлекательная стоимость по сравнению с другими странами мира, а также большое количество разрешенных в Казахстане программ. Суррогатное материнство, хранение эмбриона, получение большого числа эмбрионов. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Хабар 24. В Актобе развивается медицинский туризм. Если 2 года назад там пролечились около 100 человек, то по итогам прошлого года за медицинской помощью обратились уже 448 иностранцев. Это в основном россияне, проживающие в приграничных областях. Доверие к актобинской медицине растет в связи с запуском новых объектов. Так, за последние 5 лет в Актобе построено более 40 современных медицинских центров. Все они оборудованы по последнему слову техники. Врачи спасают и экстренных приезжих пациентов. 42-летняя Раиса Умерханова приехала в Актобе в гости к брату. Здесь у гражданки Узбекистана случились судороги. В тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила ее в больницу. Кровоизлияние в мозг могло привести к летальному исходу. Только в прошлом году актобинские врачи провели 62 операции на головном мозге. Благодаря новейшему оборудованию в 2 раза снижена смертность от болезней системы кровообращения. В экстренном порядке проведена операция. Костно-резекционные трепанации черепа, удаление очага с клипированием сосудов артериовенозной мальформации. В послеоперационном периоде пациентка находилась в отделении реанимации 2 дня. Затем по стабилизации и улучшению состояния переведена в отделение нейрохирургии. Сейчас она в данный момент, состояние у нее удовлетворительное, получает консервативную терапию. В конце недели мы планируем ее на выписку. Судороги случились неожиданно. Раньше у меня немели руки, голова сильно болела. Думала, пройдет, и не лечилась. И вот к чему это привело. Большое спасибо врачам, что спасли меня. Многопрофильность больниц дает возможность спасти пациентов даже в запущенных случаях. Сохранить жизнь и матери, и ребенка удалось врачам столичной многопрофильной больницы №2. За жизнь пациентки с тяжелой патологией боролся не один специалист. Подробности у Гульнары Хасан. С приступом острой боли Анельжан Болат поступила в больницу в конце сентября прошлого года. Как выяснилось позже, молодая женщина страдала острым гнойным перитонитом. Из-за разрыва кишечника в свободную брюшную полость попала содержимое желудочно-кишечного тракта. Опасная смесь мочи, желчи и крови могла за считанные минуты лишить пациентку жизни. К тому же состояние усугублялось поздним сроком беременности. Я поступила экстренно. Как мне позже объяснили врачи, у меня было обострение болезни. Я была на 6-м месяце беременности. К счастью, благодаря докторам все обошлось. Шансы на спасение ребенка доктора оценили в 20, а самой роженице не больше 30%. Сложный случай требовал срочного вмешательства не одного, а сразу нескольких врачей. Решающую роль сыграла многопрофильность больницы. Одним механизмом сразу взялись за нее. Акушер-гинекологи все были рядом. Наши здесь специалисты, кардиологи, терапевты, гинекологи наши, мы хирурги, понятно, были тоже здесь. И поэтому как бы вот эта
общее резкое среагирование, я думаю, помогло сохранить и ребенка, и саму мать. Операция прошла успешно. И это не единственный случай, когда многофункциональность, а если быть еще точнее, соседство разных узкопрофильных специалистов в одном здании помогло оперативно и своевременно спасти жизнь тяжелых пациентов. Буквально в октябре прошлого года была успешно проведена операция беременной женщине с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. Слаженная работа медиков разного профиля значительно повышает шансы на благоприятный исход, говорят врачи. На Эльжанбулат проведена уже вторая операция. На сей раз плановая. Реконструкции брюшной полости. Молодая женщина уже выписана домой. Гульнара Хасан, Иржан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана. Образование, новые технологии или высокие зарплаты? В чем секрет развития израильской медицины? И что нужно для того, чтобы развивать медицинский туризм? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент Сергей Ослендер. Ситуация в точности как в жизни. Человек упал с мотоцикла, получил тяжелые травмы. Переломы, кровотечение, дополнительную нервозность создает его жена, которая кричит, рыдает и всячески мешает медикам работать. Только в роли пострадавшего манекен, а в роли жены специально обученная актриса. Ее задача в том и заключается, чтобы мешать врачам. Это медицинский симуляционный центр. Через него минимум раз за карьеру обязательно пройдет каждый израильский медработник, от медсестер до военных врачей. Тут воспроизводят самые разные ситуации, от медицинских до психологических, тренируя медиков правильно на них реагировать. Главное, о чем мы им рассказываем, цена ошибки. Это человеческая жизнь, поэтому мы своих студентов всячески провоцируем совершать ошибки, чтобы знали, как их не допускать. Нынешнего уровня своего развития израильская медицина достигла благодаря в первую очередь не технологиям. Они сейчас доступны всем, только плати. Многоступенчатая система обучения – вот главный залог успеха. Даже медицинская сестра здесь получает высшее образование и степень магистра, учится в университете 4 года. Я учился 8 лет, 6 в университете и 2 в интернатуре, прежде чем меня допустили до серьезных операций. Конечно, я практиковался, но самостоятельно оперировать начал далеко не сразу, пока в больнице не убедились, что я готов. В Израиле сумели создать систему общественной медицины, недорогой для работающих граждан и практически бесплатной для социально уязвимых слоев населения. То есть у каждого жителя есть государственная страховка. Но есть и платная медицина, она оказывает различные услуги сверх того, что положено по государственной, и обслуживает медицинских туристов. Практически все профессора, заведующие отделением у нас ведут свою частную практику. То есть до 3 они работают на своей государственной работе, на которой они, у них клиническая база, на которой они ведут преподавание, исследования. У нас они имеют свою вторую зарплату, фактически которая намного больше, чем зарплата в государственном секторе. Но мы, как частная клиника, не можем существовать без государственной больницы, которые дают уровень врачей. Практически каждый израильский доктор минимум один раз за свою карьеру проходит длительную, по несколько лет, стажировку за границей. Как правило, в Европе или Америке. Медики здесь учатся всю жизнь, постоянные конференции и симпозиумы, которые помогают обобщить опыт коллег и самим поделиться с ними. Обычная медсестра, например, раз в 2 года должна проходить какие-нибудь курсы повышения квалификации. Сергей Услендер, Хабар 24. Берлин бьет рекорды по количеству туристов. Столицу Германии в прошлом году посетили 13,5 миллионов иностранцев. Кто-то из них приезжает, чтобы увидеть знаменитый Рейхстаг, Бранденбургские ворота или остров музеев. Для других же Берлин – это не просто туристический центр. Это город, вернувший им здоровье и подаривший второй шанс на жизнь. Какие условия создают в Германии для привлечения медицинских туристов, выясняла Шолпан Иманбаева. В клиниках Германии можно встретить пациентов, говорящих на разных языках. Львиная доля из них – медицинские туристы. Только в Берлине их насчитывается 14 тысяч. Сфера здравоохранения здесь считается одной из самых развитых. И это неудивительно. Германия инвестирует в развитие медицины 374 миллиарда евро. А это 11% от ВВП.
То есть каждый день в здравоохранение вкладывается свыше миллиарда евро. Большое внимание, во-первых, уделяется специалистам, которые еще во время учебы имеют возможность практиковаться, проводить исследования и набираться опыта в университетских клиниках. Во-вторых, инновационные методы лечения и новейшее оборудование делают Германию привлекательной для медицинских туристов. По статистике, немецкие клиники ежегодно принимают до 250 тысяч иностранных пациентов. Тысячи пациентов со всего мира ежегодно приезжают к нам, в том числе из Казахстана, России, других стран СНГ, Китая, арабских стран и даже США. Как правило, они прибывают по двум причинам – пройти чекап и лечиться. Берлин – это один из самых больших медицинских центров. К примеру, одной из самых известных клиник Шарите более 300 лет. Она была основана королем Фридрихом Вильгельмом. У нас работают нобелевские лауреаты. Мы открыто делимся нашими знаниями и помогаем людям, которые нуждаются в помощи. Самыми популярными в ФРГ считаются клиники в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Бонне. По словам экспертов, чаще всего иностранцы приезжают лечить болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, а также диабет и детские заболевания. У нас в Берлине всего 14 клиник, которые принимают иностранных пациентов. Среди них немецкий сердечный центр, где делают трансплантации и операции маленьким детям. Есть большая клиника «Берлинбух», которая специализируется на сложных переломах. Я считаю, что в этих направлениях у нас одни из лучших врачей. Развитие медицинского туризма, в частности для Казахстана, важно еще и потому, что это возможность для наших клиник зарабатывать. В Германии, к примеру, приезжие пациенты тратят на свое лечение больше 1 миллиарда евро в год. На эти средства модернизируются немецкие клиники, покупается новое оборудование, а также расширяется штат сотрудников. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавиновский, Хабар 24, Германия. Каждый год медорганизации Казахстана посещают туристы из почти 50 республик. Большая часть иностранных пациентов – жители стран СНГ. Почему наши клиники пользуются высоким спросом, знает наш экономический обозреватель Ирина Панфилова. Ир, доброе утро. Ну, какие перспективы у медицинского туризма Казахстана? Вер, ну, перспективы очень даже радужные. С каждым годом сегмент медицинского туризма растет. Сегодня в клиниках Казахстана есть все, что нужно иностранным пациентам. Начиная от выгодного географического положения до развития мировых технологий. Через несколько секунд расскажу подробнее. В основном обследоваться и лечиться к нам едут туристы из России, Кыргызстана и Узбекистана. Чуть реже в клиниках Казахстана можно встретить жителей Китая, Турции и Ирана. Сразу скажу о том, что привлекает зарубежных пациентов в лечебницах страны. Это низкие цены. В частности, международные эксперты провели анализ 7 хирургических услуг и выяснили, что стоимость операции у наших врачей ниже, чем в Индии, которая, к слову, признана мировым лидером по расценкам на оздоровление. Со временем Казахстан планирует привлечь до 32 тысяч иностранных пациентов. По словам экспертов, это благоприятно скажется на развитии экономики. В общем, стало модно не только отдыхать и любоваться красотами природы, можно заодно и поправить здоровье. Вер, вот вы лично как относитесь к такому виду туризма? Ну, я думаю, что было бы, конечно, очень здорово, если бы мы, наша страна попала в рейтинге какое-то привлекательное место по медицинскому туризму. Кстати, вот такой рейтинг есть, его составили эксперты, и я сейчас скажу, где медицинский туризм обрел наибольшую популярность. Так вот, на первое место попали клиники Израиля, там по статистике каждый год туда приезжают 30 тысяч иностранных пациентов, из них 48% это жители стран СНГ. В основном на обследование или лечение в Израиле летают наши соотечественники, также можно встретить много россиян и украинцев. Считается, что в медорганизациях этой страны больше всего новых технологий и современного оборудования, ну и, как следствие, самый лучший сервис. И вот что самое интересное, помимо частных клиник, квалифицированную помощь в Израиле можно получить и в государственных лечебницах. Они тоже открыты для иностранцев. Цены, между прочим, говорят, вполне приемлемые, в отличие от Германии. Курс терапии в какой-нибудь крупной немецкой клинике может стоить в 2-3 раза дороже, чем в любой другой европейской лечебнице.
Вместе с тем страну признали одной из самых популярных в сфере медицинского туризма. Там зачастую можно встретить наших с вами земляков, жителей США, Великобритании, Канады и Ирландии. Хорошо сегодня развивается это турнаправление и в Южной Корее. Клиники этой страны признаны одними из лучших в Азии. Четвертое место в оздоровительном рейтинге занимает Индия. И замыкают пятерку лидеров медицинские организации Австрии. В целом, если говорить о туризме, в прошлом году Казахстан посетили порядка 8,5 миллионов зарубежных гостей. По сравнению с 2017-м этот показатель стал выше на 10 с лишним процентов. Рекордный наплыв туристов был из России, это 1,7 миллиона человек. На втором месте идут белорусы, 76 тысяч. В два раза чаще к нам стали приезжать гости из Эмиратов, а активизировались жители Индии, Малайзии и Гонконга. Также нередко в Казахстане в 2018-м можно было встретить туристов из Польши, Южной Кореи и США. А вот немцы и англичане в Казахстан не спешили. Число посетителей из этих стран осталось на прежнем уровне. Интересно, Ирина, а в какие регионы больше всего стремятся туристы? Ну, в основном, Вера, конечно, они гостят в столице. И самое интересное, что 70% туристов, которые посещают Астану, потом обязательно едут в Боровое. Так что у нас эта сфера развита. К другим темам. Казахстан планирует увеличить объемы добычи нефти в Кызылординской области. Хотят пробурить больше 60 новых скважин. Кроме того, в регионе начнут поиск новых месторождений. Отмечу, 80% экономики области обеспечивается как раз за счет добычи нефти, газа и урана. Вместе с тем, за последние 6 лет объем производства черного золота упал в 2 раза. Связано это с обводнением скважин. Больше 30 лет нефтяные компании Кызылординской области бурят на глубине 1,5–2 километров. Сейчас разработана программа по бурению 62 скважин на глубине 3,5 тысяч метров. Мы предполагаем это сделать за счет собственных средств недропользователей, а чтобы найти новые месторождения, мы должны провести комплексную геологоразведку. Переходим к мировым новостям. Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили простить местным жителям долги по кредитам. На уступки пошли 13 банков. В результате забыть о займах смогли сразу больше 3000 человек. В общей сложности люди задолжали государству порядка 100 миллионов долларов. Вот такая щедрость. В Эмиратах уверены, что долговая амнистия позволит повысить качество жизни населения. А россияне на днях шиковали в преддверии Дня защитника Отечества, который у соседей принято отмечать 23 февраля, в стране зафиксировали ажиотажный спрос на пену для бритья и бритвы. За неделю до праздника продажи подскочили сразу на 74%. Почти вдвое больше, чем обычно реализовали мужских кремов и туалетной воды. Также хорошо на подарки раскупали дезодоранты, предметы одежды, ремни, портмоне и даже холодное оружие. При этом, судя по анализу экспертов, презентом были рады далеко не все. Большинство опрошенных мужчин хотят в этот день получить турпутевку или машину. Ну, впрочем, не перевелись романтики, мечтают об ужине в ресторане или любимой книге. Ну и напоследок информация с казахстанской фондовой биржи. Курс доллара к тенге составил 376 тенге, 73 тиена. На этом, Вера, у меня все. Слово вам передаю. Ты говорила про неожиданные подарки на 23 февраля. Праздник прошел, но все-таки сама-то что подарила знакомым мужчинам? Сама подарю немножко позже. Может быть, в медицинский туризм куда-нибудь отправлюсь, поеду и вот все там. Понятно, Ирина. Сама я подарю большое ничего. Это тоже подарок. Это была Ирина Панфилова с деловыми новостями. Мы идем дальше. Впереди еще у нас много интересного. Последние несколько лет США борются со старением необычным способом. Появились даже стартапы, готовые перелить пациенту кровь молодого донора. И стоит такая услуга 8 тысяч долларов. Согласно обещаниям клиники, эффект омоложения наступит, если проходить процедуру регулярно. А вот ученые считают такие манипуляции недоказанными и даже опасными. Подробнее об этом и многом другом в нашей рубрике «Между строк». Акция.
Акции индийских банков подскочили до рекордного уровня после сообщения о вливании капитала, информирует агентство Bloomberg. Правительство Индии планирует внести 482 миллиарда рупий, а это 6 миллиардов 800 миллионов долларов, в 12 государственных банков. В результате общий объем вливаний в финансовом году, который завершится 31 марта, достигнет рекордного 1 триллиона рупий. Об этом написал в своем твиттере глава Департамента финансовых услуг Индии Раджив Кумар. Цитата. «Эти средства должны помочь банкам Corporation и Аллахабад выйти из так называемого плана оперативных корректирующих действий, в соответствии с которыми банки ограничены в кредитовании при составлении балансовых отчетов», пишет журналист Рауль Сатия. В преддверии выборов правительство премьер-министра Нарендры Моди рассчитывает, что более сильная банковская система поможет поддержать рост кредитования, который держится вблизи 5-летнего максимума, достигнутого в декабре, пишет Bloomberg. После сообщения о вливании акции финучреждений подскочили. Лидерами роста стали акции Corporation Bank of India и Central Bank of India. В США огромной популярности достиг бизнес по омолаживанию через вливание чужой крови. После предупреждения от Федерального департамента сомнительное лечение пациентов будет прекращено, передает NBC News. Последние несколько лет в США борются со старением необычным способом. Появились стартапы, готовые перелить пациенту кровь молодого донора. И стоит такая услуга 8 тысяч долларов. Согласно обещаниям клиник, эффект омоложения наступит, если проходить процедуру регулярно. Ученые считают такие манипуляции недоказанными и опасными. А авторов методики называют мошенниками. После нескольких лет активных дискуссий в СМИ к борьбе с переливанием молодой крови подключилось американское управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов. Регулятор предостерег потенциальных клиентов от траты тысяч долларов. Началась история с калифорнийского стартапа «Амброзия». Цитата. «За несколько лет специалисты «Амброзия» сделали переливание 150 пациентам в возрасте от 35 до 92 лет. Возраст доноров крови при этом составлял от 16 до 25 лет. Стартап продавал литр молодой плазмы за 8 тысяч долларов, а 2 литра за 12 тысяч долларов, говорится в статье. 19 февраля глава управления по надзору за качеством Скотт Готлиб официально призвал американцев не заниматься переливанием крови для борьбы со старением. Через несколько часов после предостережения регулятора с сайта медцентра «Амброзия» пропала вся информация об услуге и исследованиях. Вместо этого было опубликовано объявление о прекращении лечения пациентов. Секреты успешного профиля в социальных сетях раскрывает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Исследователи Берлинского института техники и экономики в течение месяца изучали 37 наиболее успешных звездных профилей в Инстаграме и Фейсбуке. Среди них Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Криштиану Роналду, Илон Маск и другие. Специалисты проанализировали тему публикации, а также то, как реагировали на них подписчики. В среднем рассмотренные модели, певцы, спортсмены, блогеры и знаменитости делали 33 публикации в Инстаграме и 30 публикаций в соцсети Facebook в месяц. Это, по словам исследователей, слишком много. Цитата. «Наилучший уровень взаимодействия с пользователями наблюдался у тех, кто делал в месяц около 22 публикаций, то есть менее одного поста в день. Тот, кто публикует больше, быстро подвергает себя риску наскучить подписчикам слишком большим количеством постов. Пользователи теряют интерес к частым публикациям, которые вызывают у них раздражение», говорится в статье. Еще один интересный вывод. Самореклама воспринимается плохо. Поэтому звездам, которые хотят прорекламировать свой новый сингл или только что выпущенную коллекцию одежды, стоит поискать себе другие площадки, заключает Süddeutsche Zeitung. Зачем зебрам полоски? Ученым, наконец, удалось доказать, что черно-белый окрас помогает животным спасаться от насекомых. Исследование было опубликовано научным журналом PLOS ONE. Биологи Бристольского университета провели эксперимент на лошадиной ферме в Великобритании. Авторы с помощью видео пытались понять, кого слепни и оводы чаще всего выбирают себе на обед – зебр или лошадей. Цитата. «Мухи садились на зебр значительно реже, чем на лошадей. При приближении к зебрам насекомые теряли контроль над траекторией полета, и вместо того, чтобы садиться на животных, врезались в них или улетали в другую сторону», пишет журнал. На всякий случай обычных лошадей нарядили в три вида камуфляжа – черный, белый и черно-белый. Благодаря этому инициаторы эксперимента подтвердили, что мухи чаще приземляются на лошадей в однотонных накидках. Ученые связали это с оптической иллюзией бесконечно тянущихся диагональных полос. Это не единственный способ защиты зебр от насекомых. Они также бегают и машут хвостом чаще, чем лошади.
Вы смотрите новости, мы продолжаем. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В прошлом году в результате вооруженного конфликта в Афганистане погибли 3804 человека. Среди жертв почти 1000 детей. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет. По данным экспертов ООН, 63% мирных жителей были убиты или ранены в результате действий радикалов. В частности, боевиков из Талибана и ТИГИЛ. При этом 24% стали жертвами операций правительственных и международных вооруженных сил. Это 10-й ежегодный доклад ООН. За 10 лет в Афганистане погибли 32 тысячи гражданских лиц. В два раза больше получили ранения. Наблюдаемые на протяжении президентства Дональда Трампа противостояние Белого дома с демократами в Конгрессе США время от времени приводят к бюджетному кризису, который прерывает работу правительственных служб. Как к такому шатдауну относятся простые американцы, попытались узнать наши коллеги на улицах Нью-Йорка. В целом, избиратели усматривают в жестком противостоянии представителей республиканской и демократической партии обычную политическую игру. Тем более, что приближаются очередные президентские выборы 2020 года, и многим оппонентам хотелось бы не допустить второго срока для Дональда Трампа. Во всем этом процессе народ используется просто как фигуры на шахматной доске. На самом деле нет особой необходимости в шатдауне, так как все делается в соответствии с политической повесткой тех или иных сил. Здесь столкнулись позиции упрямого президента и упрямых демократов в Конгрессе. И обе стороны обладают властью, и идет такая игра, которая нас особо и не волнует. И все это создает еще больше разделение в обществе. Конечно, никому не хочется видеть работников, которым не платят зарплату, особенно работающих на правительство. В Петропавловске во время пожара погиб 55-летний мужчина, а в одном из районов Туркестанской области дотла сгорело общежитие, в котором проживали 45 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Об этих и других событиях расскажут наши корреспонденты в рубрике «Хроника происшествий». При пожаре в Петропавловске погиб мужчина. Его тело обнаружено в частном двухквартирном доме, где и случилось возгорание. По данным областного ДЧС, тушение пожара было развернуто на двух боевых участках и проходило в сложных условиях из-за плотной застройки домов и хозяйственных построек. В ликвидации возгорания задействовали 4 единицы техники и 16 пожарных. В итоге квартира, где находился источник пожара, уничтожена полностью. С начала года в Северном Казахстане произошло 109 пожаров. Огонь унес жизни 7 человек, еще 5 пострадали. Стена частного дома обрушилась на 2 человек в пригороде Кызылорды. Об этом сообщили в городском управлении ПЧС. Обрушение произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. В этот момент в жилище находились 5 человек. Пострадали 2 из них. Сообщается, что хлопок без горения произошел из-за неисправного редуктора газового баллона. На место ЧП выезжали 15 спасателей и 5 единиц спецтехники. Маршрутный автобус стал участником аварии на трассе Кустанай-Рудный. Рейсовый общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем. Легковушка двигалась в том же направлении, что и автобус. Обошлось без жертв и пострадавших. Обе машины ехали в сторону поселка Затобольск. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что автобус не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с ним. На юге Казахстана дотла сгорело общежитие. Это случилось ночью в Созакском районе Туркестанской области. Ранее в сгоревшем здании жили 45 человек. Никто из них в момент пожара не пострадал. Общая площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. Сообщается, что пожарных не вызывали. Огонь был ликвидирован сотрудниками частной противопожарной службы через 3 часа после возгорания, причины которого сейчас выясняются. 2 кражи за короткое время раскрыли полицейские в Кустанайской области. В Рудном мужчина открыто похитил денежные средства из кассы магазина. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. 2 кража произошла в Кустанае. В одной из квартир многоэтажного дома по улице Садовая 2 мужчин похитили имущество, принадлежавшее 31-летней местной жительнице. В ходе проведения разыскных мероприятий подозреваемые установлены. По этим фактам сейчас ведутся досудебные расследования. На
востоке Казахстана масштабная акция «Саламат Анаменбала» выявила ряд проблем со здоровьем у членов многодетных семей. Большинство матерей страдают гинекологическими заболеваниями, а у детей жалобы на болезни органов дыхания. В регионе массово проводят специальные скрининги, чтобы бесплатно помочь нуждающимся. Как организованы обследования в сельской местности, выяснила Анна Лисенбертина. Здоровье – главная ценность человека. Но далеко не каждый в состоянии тщательно следить за своим самочувствием. Особенно, если речь идет о многодетных семьях. Мамам в них зачастую просто некогда о себе позаботиться, делятся врачи Уланского района. Маралдым Кажиахперова, мама шестерых малышей, подтверждает, чтобы приехать в больницу, пришлось отложить на потом все дела. Мои дети – это моя главная забота. Одного в школу отвезти, другого встретить, кружки, детские сады, домашняя работа. О себе и вспомнить некогда. Но здоровье детей важнее всего, поэтому и привезла сегодня в больницу всех шестерых. Заодно осмотр проходят и мамы. Всего в Уланском районе и сегодня проживает больше 1000 многодетных семей. Половина из них уже успели полностью обследоваться. Бесплатно и без очередей. Они проходят в это все в комплексе, то есть полностью вся семья, это и многодетная мама, и дети, они все проходят профосмотры здесь, проходят все скрининги, и в дальнейшем, если имеются показания, их направляют дополнительно по договору соисполнения в областную больницу, в центр матери и ребенка, где также им оказывается бесплатная медицинская помощь. Причем врачи не только принимают пациентов у себя в кабинетах, но и сами идут по домам. Ведь многим мамам порой даже выбраться в больницу непросто. У Корлан Дуановой, к примеру, 10 детей. Тяжело даже просто физически довести в больницу не одного ребенка, а сразу нескольких. Ведь зимой, если заболеет один, тут же заражается другой. Болеют все разом. Поэтому очень рада, что врачи приезжают сами. Для обследования многодетных семей на дому созданы специальные бригады. В них, кроме врачей, педиатра и терапевта, входят еще и психологи, социальные работники. Они консультируют мам по различным вопросам и стараются все же убедить женщин уделять внимание не только здоровью детей, но и своему собственному. За 10 дней у нас было осмотрено более 6 тысяч детей. Больше всего у них выявлено заболеваний органов дыхания. Также осмотрено более 2 тысяч мам. Очень настораживает то, что у них гинекологические заболевания стоят на первом месте. Каждый ребенок или мама с проблемами здоровья уже взяты на учет и пройдут лечение. Акция «Саламат Анаменбала» продлится в регионе до середины марта. Азиза Макулбаева, Анель Есимбердина, Аслан Дулепов, ВКО, Хабар 24. Теперь о спорте. Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев стал серебряным призером на континентальном Кубке Америки. На старте в Гаване наш атлет выступал среди взрослых и уступил победителю чуть более минуты. В этом же испытании Мирлан Искаков показал 7-й результат, а Тимирлан Тимиров – 20-й. Далее выпуск продолжит новости спорта. Обзор Ларисы Гречихиной. Манчестер Сити выиграл Кубок Английской лиги. В финале турнира подопечные Гвардиолы обыграли Челси в серии пенальти со счетом 4-3. Это 4-й трофей Гвардиолы с Ман-Сити. А за всю карьеру каталонец выиграл 25 наград. По количеству он сравнялся с бывшим тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо. Это было большое недоразумение, поскольку я думал, что у вратаря были судороги, и он не может участвовать в серии пенальти. Но это были не судороги, так что он был готов встать в ворота. Почему я покинул скамейку и пошел к подтрибунному туннелю? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хотел заменить его из-за повреждения, но он сказал, что с ним все в порядке, и он был прав. Конечно, я счастлив. Я восхищен Челси, который сыграл невероятно. И я счастлив, что впервые в истории клуба мы смогли выиграть этот турнир второй раз подряд. Мы играли против невероятных игроков. Челси показал зрелищную игру и качественный футбол. После результата предыдущего матча мы знали, что нам будет сложнее. Это был финал.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выиграла турнир в Дубае. В финальном матче Бенчич в трех партиях обыграла вторую сеянную чешку Петру Квитову 6-3, 1-6, 6-2. Встреча продолжалась 1:43. Бенчич трижды подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейкпоинтов из 9. Это третий титул Белинды в карьере и первый с 2015 года. В Астане прошел первый старт сезона в триатлоне – зимний чемпионат страны. Участие принимали спортсмены в категориях «Элита» и «Эйдж-группа» на двух дистанциях «Стандарт» и «Спринт». Чемпионом в категории «Элита» стал Дмитрий Коломеец из Акмолинской области, а среди женщин – Наталья Соковнина из ВКО. Абсолютным победителем в индивидуальном зачете в категории «Эйдж-группа» среди мужчин стал представитель Астаны Марк Старостин, а лучший результат среди женщин показала его сестра. В целом в соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из разных регионов страны, а также любителей из США, Чехии и России. А сейчас новости культуры и искусства. Культвояж далее. В Астане состоялась акция «Звездный гид», приуроченная к 5-летию Национального музея Республики Казахстан и Всемирному дню экскурсовода. В этот день деятели искусства и представители СМИ выполняли работу музейных гидов. Одна из звезд, заслуженный деятель Казахстана, актриса Лейла Бекназар Ханинга, рассказала об особенностях «Золотого зала». Всем нам хорошо известно, что в Казахстане обнаружены 6 золотых человек. Если честно, я усердно готовилась к сегодняшнему дню. Искала информацию на просторах интернета, познакомилась со здешними девочками-гидами. Они обучали мастерству ведения экскурсии. Оказывается, для этого требуется много качеств. Нужна хорошо поставленная дикция и умение отвечать на неожиданные вопросы. Члены звездной команды, распределившись по залам музея, рассказывали посетителям о древней истории, богатой культуре народа. К слову, данный проект реализуется уже 4-й год подряд. На манеже столичного цирка стартовали гастроли нового шоу «Индира» династии Корниловых. Это полосатая гиена. В цирке их практически нет, то есть считается, что они не поддаются дрессуре. Но мы сумели это сделать, и я думаю, что зрители нашего замечательного шоу увидят вот такой талант – полосатую гиену Джерри. Ранга, Прейти и Марго – так зовут самых больших участниц труппы цирка. Старшей слонихе 62 года, младшей 10 лет. Все три обучены самым сложным трюкам. К примеру, Марго крутит обруч и играет в футбол со зрителями. Они очень умные и разумные животные, поэтому труда в дрессуре не составляет, потому что можно найти очень быстро контакт с этим животным, так как они понимают человеческую речь. А, конечно, есть сложность в уходе за ними, целый процесс, который не видит зритель, но это очень сложный и трудоемкий процесс. Волшебная сказка пропитана атмосферой загадочной Индии. Интригующий сюжет связан со сном девочки по имени Индира, которая попадает в чарующий мир дикой природы и экзотических животных, встречает сказочных персонажей древних легенд и отправляется в таинственное приключение. Андрей Дементьев, Корнилов, дрессировкой слонов занимается уже более 10 лет. Однако не исключает возможности, что однажды профессия дрессировщика может исчезнуть. И на этот случай у него есть план. Мы все-таки перепрофилируемся в некий такой большой парк слонов, для того, чтобы можно было в рамках этого парка размножать этот редкий вид животных. И основываясь, полагаясь на наш опыт, моей династии уже 182 года, и я думаю, что у нас уже богатый опыт в общении с этими животными. И, конечно, мы будем прикладывать все усилия, чтобы исчезающий вид животных только умножался. В Алматы прошел большой концерт классической музыки. Ставший уже традиционным String Music Festival завершился масштабным выступлением участников. Студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы выступил под руководством Ербулата Ахмедьярова. На протяжении фестиваля уроки мастерства ученики консерватории получали от ведущих солистов мира. Это мастер-классы для учащихся, именно для студентов. Приехали профессора из Швейцарии, из Австрии.
Вот они занимались с ребятами. В программе гала-концерта прозвучали произведения таких всемирно известных композиторов-классиков, как Вивальди, Моцарт, Верди, Россини, Чайковский и многих других. На гала-концерте участвуют, опять же, наши выпускники, учащиеся в данный момент студенты, участвуют, получается, наши гости, и также студенты и педагоги. Солисты Максат Нурланов, Эльдар Айтбеков впервые исполнили цыганские напевы Пабло Сарасаты. В оригинале произведение написано для скрипки, и молодые музыканты самостоятельно выполнили переложение для исполнения на виолончелях. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 27 февраля в Театре Астана Опера состоится постановка «Травиата». 28 февраля в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая пройдет показ опереты «Веселая вдова». 28 февраля Кустанайский областной русский драматический театр порадует публику спектаклем «Под небом Парижа». Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, знайте, что есть команда, которая поставила себе цель первой рассказывать вам о самом важном. Команда, которая трудится и днем, и ночью только для того, чтобы вы были в курсе. Команда, которая готова для этого сделать все возможное. Ведь новости – наша жизнь. Новости продолжаются в утреннем эфире. Первый фестиваль резьбы по снегу прошел на минувшей неделе в Красной Поляне. Курорт украсили снежные скульптуры осьминога, рыбы фугу, галеры с викингами, девушки с дельфином и другие. Горный курорт Красная Поляна в Сочи впервые принимал фестиваль резьбы по снегу. Главной темой мероприятия стали морские рассказы. Участников фестиваля под названием «Снежная поляна» разбили на 5 команд, по 3 человека. Каждую из них возглавлял скульптор, который делал из глыбы заготовку и учил остальных пользоваться инструментом. Организаторы надеются, что изваяния простоят здесь до конца марта, ведь за каждым из них все это время будет ухаживать скульптор.
Снег – это детский материал в плане того, что он доступен любому человеку. Для этого сложный инструмент не нужен, достаточно лопаты, терки, которые морковь трут, небольшие ножички, ножики-стамески. Лимонно-желтые, пурпурные, ярко-оранжевые. Тысячи цветов самых разнообразных оттенков и размеров распустились посреди каменных джунглей Нью-Йорка. В ботаническом саду проходит 17-я ежегодная выставка орхидей. На этот раз с азиатскими нотками. Партнером выставки стал знаменитый сингапурский парк «Сады у залива», ставший особенно популярным после фильма «Безумно богатые азиаты». Шоу «Орхидеи» продлится до конца апреля, пока нежные бутоны не завянут. Как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар-24. Оставайтесь на нашем канале. Через пару минут вас ждут новости на казахском языке. Не пропустите. Я желаю вам легкого понедельника. До встречи в эфире.